Эти зеленые лепешки, красноглазые квакши, и я купила их на сдачу со своего обеда и ни разу не пожалела. Посмотрите, какие у них классные пучеглазые глаза. Еще одна их отличительная черта – это очень длинные лапы, которые позволяют им супер далеко прыгать. А еще они немножко склизкие, чтобы они могли прилипать к различным поверхностям. Например, они могут спать вертикально на скользком стекле. В моей квартире завелось слишком много мух, и я подумала, что такие лягушки – решение, но потом оказалось, что они не могут жить вне террариума, но я не расстроилась и купила им классный террариум с тропическим оформлением. Эти белые пятна – это не ветрянка, это просто такой окрас. У них очень интересный узор на брюшке. Красноглазые квакши питаются насекомыми, а еще они днем спят, поэтому днем свои глаза они прячут, а ночью широко открывают, чтобы хищники не нападали на них и думали, что это ядовитая лягушка. Напиши в комментариях, понравился ли тебе мой питомец, и не забудь подписаться на мою страницу.